На свет первенец появился 10 августа с помощью кесарева сечения. Его вес составил 2 килограмма 770 граммов при росте 50 сантиметров. Врачи признаются, случай уникальный. Вот, казалось бы, это вещи невозможные, да, иметь ребенка в таком зрелом возрасте. Но современная медицина стоит на таком уровне, что это теперь возможно. К счастью, все закончилось благополучно. Пациентка доносила беременность до доношенного срока. И мы получили здорового ребеночка, собственно, счастье для мамы, которую вот она сейчас любуется, целует, кормит и так далее. В настоящее время мама и малыш чувствуют себя хорошо. Выписать их планируют уже в это воскресенье.